Здорово, подписата. 4 января 22 года, вторник. На обед у Женечки картофан в мундире с селедочкой. Ням-ням. Также заценим сейчас пивасика. Пивасик называется «Шмель». Давай, пожужжим. Пожужжим под шмелек. Давай, давай, давай. Пятиградусный шмелек. Что же он из себя представляет? Заценим шмеля. Ну что скажу, блин, он горький. Он вообще горький. Ощущение, что это какой-то не шмель. Он прям очень сильно напишет. Каскад цитра. Алкоголь 5.0. Не рекомендую. 18+, не употребляйте. Вот такая вот красотулька селедочка. Вот тут вот тиктокеры, чтобы вам лучше было видно. Вот эти тиктокеры. Вот так вот вам лучше видно или плохо? Тиктокеры, у вас всего лишь 5 минут, тиктокеры, да? И я вас вырублю. Продолжение на ютубе смотрите. В горизонтальном виде сейчас снимает. Также у нас тиктокеры сидят в онлайне, по третьему телефону наблюдают. Ну чё, с какой стороны будем жрать, да? Или давай сначала с воблой, да? Заценим всё-таки пивка с воблой. Заценим пивка с воблой. Вот так вот постучим и заценим пивка с воблой. Тиктокерам вообще, короче, ничего не видно, блядь. Так, видно, тиктокеры? Видно. Отрываем башку. Надо же шмеля нормально попробовать. Шмель, короче, уже сразу прям говорю, ему далеко до моего любимого сусла. Варим которое. Хотя, вроде так подумать, 5-градусник, да, 5-градусник. Но, блин, 5-градусник. У тебя 3 телефона? Да, 3. Так. 5-градусник. Блин, ну он горький. Ощущение, если честно, это как охота. Поняли, как охота? Как охота крепкая, которая вот реально в основном пьют люди, склонные к употреблению, да? Ну, люди разные же бывают, склонные к употреблению, но таких называют обычно алкаши. Я тоже алкаш, но есть алкаши другие. Которые, наверное, пробухали. Ну, например, там пробухали какую-то цифру. И, например, надо ехать на работу. А лавышки чисто нету. Ну, в напряг прям, надо же, блядь, на проезд, как бы, и на обед себе еще. Ну, и как бы с утра, вот я сколько раз видел, они с охоту покупают все 0,5, чтоб чисто прийти в нормальное состояние, как бы. Я не знаю, я никогда не похмелялся. Короче, мне здесь неудобно чистить. И не хочу над картошкой. Ну, чуть-чуть сейчас. Она даже икриная. Она даже с икорочкой. Давайте шмеля с икорочкой заценим. С икорочкой шмеля. Привет, друг. Здорово, Алекс. Здорово всем тиктокеры. Мы не бухаем, мы зацениваем, поняли? Две разные вещи. Когда вы бухаете, вы нажираетесь. Сейчас мы не нажираемся, мы зацениваем. Кстати, тиктокеры, которые на телефоне, на таком, вы так ничего и не увидели, я так и не поел, поэтому заходите на YouTube и смотрите полную версию, где я съедаю всю картошку и вот эту сельдь филе. Всю сожру. А пока вам пока, потому что 5 минут.
все, вот этих вот тиктокеров на одном телефоне мы выключили. Выключили их. Убираем их отсюда. Продолжаем с вами, с тиктокерами, да? Продолжаем. Ну, давай, короче, еще хмеля чуть-чуть, да? Шмеля. Не хмеля, а шмеля. Все-таки я хочу понять, что это за шмель. Что это за птица такая? В общем, я сразу вот уже говорю, это литровая бутылка. Не очень он, не очень не рекомендую. Не очень. Давайте еще с икорочкой, ням-ням. Лучок в наличии, с картофаном будем. Да, непонятно. Ты правильно говоришь, Алекс, непонятно. Вообще вкус непонятен. Ну ладно, не будем. Мы потом заценим нормально, вечерком, наверное, да? Без Алексея Владимировича мы и в одного можем заценивать. Он какой-то ядреный шмель. Ну сразу говорю, купил бы я бы еще раз. Нет, и только нет. Все, Нерик. Это мне не понравилось. Мой топчик, сейчас покажу вам, пока далеко не отхожу от кассы, мой топчик. Варим сусло и дуб и обруч. Это мои топчики. Топчики, которые лично Женечка заценивает, да, периодически. Давайте жрать. А то все любители мукбанга ждут. Обжор, давай жрать. Опа, чик. Селедочка, ням-ням. Картофан, ням-ням. Маслица в наличии. Обязательно идет. Картошечка смазывается маслечком горчичным. А иначе что за жизнь без масла? Масло топ. Не реклама, рекомендую. Горчичное. Сарепта. С ВЛГ у Фраша ее делают. Так, лучок в наличии. Вот пишут на ТикТокере. Он не умеет есть. Главное, самое главное, чтобы ты умел или умела есть. Говорит мне обычный прохожий. Проходимец. Ладно бы это сказал какой-то канал-миллионник. Для Женечки бы он был бы авторитетный. Ну, твое мнение, оно не важно для Женечки. Ну, кто ты такой? Ты обычный зритель. Ну, так смотри. Обычный зритель. Лучок. В наличие. Селёдочка филе, которую покупал, еще помню, на сельдь под шубы, но мне стало лень ее делать. Человек пишет, 100 грамм где? Ты опоздал. Я пил шмеля. Он лучше, чем 100 грамм. Я 100 грамм не пью. Любитель пивасика. У вас какое время? Время московское, 13:11. То есть время обед. Лучка бахнуть надо, да. Лучка надо бахнуть. А тем не менее, видео уже идет 9 минут 47 секунд. Смотрите, здесь кости присутствуют.
Видите, кости. Надеюсь, мы не подавимся, да? Как замучили меня эти подключальщики. Надо их выключить. Этих. Кто постоянно подключается в эфир и хочет болтать, какие-то батлы там делать. Мне неинтересны батлы. А где соленья? Вот соленья. Квашеная капуста, ням-ням. Главная тема в том, кто жруны. Жруны. Положил в тарелку, значит ешь. До конца ешь. А если ты не доешь, как бывает, отмазываются. Раз такие. Наложат красивый стол, побазарила там, какая-нибудь 20 минут побазарила, поклевала чуть-чуть, ой, всего много, ой, всего хватит. А не катит, блядь, не катит никуда. Доложила, съедай до конца. Съедай до конца. Ну, отмазка опять идет. Ну, а что тогда сидеть, типа, две картошечки, две там лучка. Я же еще раз говорю, наложила, значит, накладывай, ешь до конца. Положено так. Вот Женечка все съест. Предъявить нечего, по еде ему. Так что так. На будущее. Жруны, что я не прав, что ли? Жруны. Положили в тарелку, жрите до конца. Как-то так. Никак иначе. В общем, селедка нормально называет, не знаешь, какой? XXL на ней. Написано филе селедки XXL размер. Пишут, звука нет. Чуваки, скажите, правда звука нет? Если они обманывают меня, я сейчас их всех переблочу. Они сейчас все будут наказаны за то, что они Женечку обманывают. Не надо обманывать Женечку. Есть, все. Баном. Всех бан, всех уничтожат. Иногда пропадает. Ну, потому что вы на зарядке. Давай я вас выключу. Все, я вас выключил. Из зарядки. Телефон старый, поэтому... Он подглючивает, и происходят всякие темы. Вот, два картошки, но мы доедаем. Наложено в картошку, ой, наложено в тарелку, доедая. Так положено. Пишут, где варим сусло? Варим сусло там, где надо ему находиться. Заключительно картошечка с лучком, с хлебушком. Давай. Все. Ням-ням. Общество чистых тарелок.